Привет, ребятки! Помните, я в своем первом видео говорил, что я сниму Бравл Старс и Майнкрафт. Но сегодня мы поиграем в Бравл Старс. Только мне нужно зайти в VPN. Если кто-то не знал, что чтобы поиграть в Бравл Старс, нужно включить VPN. Это будет отдельное видео. Но сейчас я просто хочу поиграть с вами в Бравл Старс. Так, рекламка. Рекламы нам не нужны. Все. Подключаем. Все. Подключилось. И мы заходим в наш любимый Бравл Старс. Так. Немного звук побольше. Сейчас начнется, надеюсь, вот загрузился Бравл Старс. И, кстати, ребятки, я прошел весь Бравл Пасс. У меня сегодня вышел новый боец. Ну, есть новый боец. Вот мой аккаунт. Все вот это нормально. Так, собираем эти штучки. Ручки. Не, я не хочу это взять. Это мой максимум. Ладно, зайдем в карточку. Просто я хочу накопить уже 4000 кубков. Плюс 4 кубочка. А где я? Странно, но у меня нет. Ну, пофигу. Без разницы. Главное, что я выиграл эту карту. Блин, надо было заново идти. Так, знаете, я прошел весь Бравл Пасс, потому что у меня в квестике появилось вот это вот. Игра снова. 3 раза. Так. Заходим в карточку. Заходим. Это за сыночки, блин. Снова. Так. Ой, как? Там Леон. Там Рим, Леон. Я замедлился.
парни переодеваются. А, нет, ну что вы делали? Я не могу вместе. Это все показывает. Ага, а что это все показывает? Я помогу тебе. Ну, он зафигал. Будет намного больше убийств. 9 кубков, ну, потому что мы самые лучшие. И которые тоже задания выполнены. Я хочу еще. Я не остановлюсь. Я скоро пойду еще. Я хочу, короче, на результат. Что мне легендарный выпал? Мне две легендарки выпало, представляете? Две легендарки за этот день. Какой сейчас? А что это вообще? А что это всегда было иначе? Это вообще не оказалось? Это просто работа, не смотри. И для этого просто работа смотри. Ну, я там уже не буду. Ну, мой парень страдает, а я лечу. Ну, что, мы выиграли катку на единичную просто. Плюс еще кубок. И плюс еще 9 кубков. Отлично. Давайте еще поиграем снова. Катка вообще какая-то была очень легкая. Может, эта катка будет очень легкой. Что мы выиграли? Отлично. Последний раз я выполню еще какое-то задание. Тоже задание. Она не хочет? А, да, она хочет. Шелли хочет поиграть. Я даже не знаю, какой мы раз играем вообще. Жалко. Так. Что там Шелли там застыла? Я даже не вижу ее аккаунт. Что она там написала? Я английский, конечно, знаю немного, но... Написала Банна Тыку. Может, я неправильно почитала? Скажите мне в комментариях, пожалуйста. Просто, ну, как бы... Кстати, если я вот сказал, исправьте мне, пожалуйста, в комментариях, может, я комментарий еще не в этом ролике открою, потому что обычно в ролик у меня комментарий не закрыт. Блин, пожалуйста, не вздыхай. Из армии вы тоже выиграли. Ой, да, блин, я хотел выйти сделать. Ладно, я прошу задание какое-нибудь. Да, отлично. Нифига себе, сколько кубков! Мне совсем чуть-чуть не осталось кубков. Я просто даже удивился, что мне столько дали. Так. Да блин, когда у меня будет верхний правый пас? Что тут прочитать можно? Разобрать.
прошел, это правый пас. Все собрал, вот все. Нет ни одной штуки, которую я не мог забрать. Все закрыто. Активировал пас, чтобы разбить. Так я прошел правый пас. Давайте еще несколько каток, потом я пробегусь по своему аккаунту, а потом. Потом будет потом. Так, 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 так. Нет, еще одну катку, потому что я хочу уже добить 400 каток, и все. Я просто уже буду счастлив. Если у меня другой больше чуток. Это как понимать, я первый. Я ему даже рассказал про эту игру, а мне больше чуток. Это вообще-то ничего. Ой, это фигу вообще, чё? Жизик мало. Не люблю фигус. Чё ты в кустиках? Ну ладно, лучше бы молодец посидеть в кустиках, потому что дождался меня. Что там стоит? Давай, пошли. А знаешь, лучше просто посидеть в кустиках, пока они так все себя пробивают. Что ты мне хлопаешь? Ты, блин. Он боится. Все. Ладно, но все равно губки-то тут. И все, я не хочу ничего читать. Да. А, не, я просто думал, что мне... Я получу моего персонажа. Или получу. А, не получу, к сожалению. Простите. Все, я уже как и Максим, такой же. Ой, я случайно его принял? Нет. Удалить его. Удалить. Все, только Максим и тут может быть. Что там новое? Мне опять предложат какую-то фигню. Ну да, ничего такого интересного. Да, ничего такого интересного. Так, сколько у меня? Ну почти столько же кубков. Я пробегаюсь по своему, как она там. Вот такая аватарка у меня, красная. Слава Дима, и хочу поменять его любимую. Так, давайте вот. Так, вот у меня тут клуб есть, конечно, наверное, почти никто не бывает, если я не могу зайти в него почему-то. Ладно, это вообще не важно. Проходим по моим бойцам. Есть Кольт. Вот такой скин. Вот. Технический нянецкий на Барли. 8 бит. Энгар. Я его получил бесплатно. Было в одном миссии, короче, я его проверил. Эмз. Тоже не скинул. Не знаю. Б, я на нем очень много играл. Раньше я не играл, но сейчас потом поиграю. Карл? Нет, потому что он недавно появился. Фрэнк, у меня сегодня выпал такой скинчик прикольный. Пима! Сколько тут, кстати, у меня? Вот, я хочу такой себе скин. Такой скинчик. За 10 тысяч, у меня сейчас не 10 тысяч. У меня вот только... Нет, еще. Тик. Я скинчик, но всё равно прикольный. Коко! Рыбкий, обычный. Нита, у меня 2 скина. Вот раз скина, 2. У меня 3 скина. Б. Тоже прикольный персонаж. Мифический. Мика. Джесси, ну, у меня уже 3 скина. Роза, тоже персонаж. Бронк. Бул. Мортиш. Мифический персонаж. У меня легендарный человек.
Джесси, Дэрил, Шелли, это, ну, начальный боец, Динамайк. А это у меня сегодня персонаж. У меня из легендарного. А, тут я его купил. Я не пожалею, потому что я хочу, чтобы у меня есть. И у меня вот только персонаж. Ну, немало. А, да. Появились новые персонажи. Блин, тут персонажи появились, я их даже не замечаю. Ready to face the flames. Ну, тут столько много персонажей, я даже никогда не... Тут очень много персонажей появилось. Это был мой боец. Скоро появится у меня боец. Ладно. Он легендарный. Он легендарный. Это все лишь эпический. Знаете, я их могу выбить. Что-то эпик. Я их рил могу выбить. Потому что они эпические. А вот легендарные сложно выбить. А Ларри и Лори, они, то есть, эпические. У меня эпические есть персонажи. Вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть эпический персонаж. 25 персонажей из 75. Немного вообще. Ну, то есть много, ну, не так много, ну, нормально. Давайте я покажу профиль своего друга. Вот это вот мой Максим, у него любимый персонаж. Тик. У меня нет карточек, жалко. Так. У него вот такая вот аватарочка и имя очень странное. Да, странное очень имя. Но меня это вообще не волнует. Вот я показал все, что у меня есть. Все, что у меня есть. Все у меня. Вот у меня в этой игре все нормально. Я, то есть, очень много думал, как скачать эту игру. Наконец скачал. Ну, ребятки, я думаю, на этом все, потому что и так ролик задержался. Уже 18 минут прошло. Ну, всем пока, я думаю. Всем пока-пока.